Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу сделать обзор следующего своего участка декоративно-хвойного. Послушайте, как поют птички. Красота. Кругом зелень. Все наливается, распускается. Посмотрите, какие у меня уже вылезли хосты. Посмотрите, какая красота уже. Здесь уже жабья спинка. Там очитки толстая. В общем, толстый. Вот. Здесь у меня пузыреплодника урея. Это спирея серая. Здесь у меня это гехерела. Вот. Это гехера электро. Очень, конечно, в плохом состоянии вышла из зимы. Ну вот как могу, так ее охраняю. Берегу. Здесь у меня гехера. Это пузыреплодник. Название не знаю. Так. Не знаю, как встать. Здесь вот натянули сетку. Клематисы здесь все проснулись. Клематисов у меня здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук клематисов идут. Вот. Так, сейчас мы сюда пройдем. Не пугайтесь, конечно. Ну, вот здесь вот у меня посажен василисник белый. Потом дальше туда василисник сиреневый. Так. Это сиреневый. А здесь вот маленький василисник. Это тоже василисник. Там вот он, клопогон. Кистевидный выходит. Дёрен шпета. Медуница. Это лох серебристый. Спирея серая. Здесь вот у меня калина бульданеш. Черенок посаженный с прошлого года. Так. Так, так, так. Здесь у меня, посмотрите, какой красивый барвинок. Такой барвинок. Хоста. Так, здесь у меня гехера умка. Это у меня получается... забыла, как она называется. В голове крутится, не могу вспомнить. Так, что у нас здесь? Здесь у меня арабис варигатный. Это хвойник. Здесь вот хосты в три в ряд посаженные. Ёлочка. Здесь вот, вот такой тимьян и такой чабрец, вот бузульник карликовый, герань. Ну а там вот у меня еще здесь и не вышла купина варигатная крупная. Вот я ее пока здесь не вижу, не знаю, может попозже вылезет, но пока нету ее. Там у меня, ну, так потихоньку отрастает спирея золотистая, потом дёрен, потом ива шерстистая, или вот, потом у меня там тоже спирея,
А вот какая спирея, честно говоря, не знаю. Кто-то мне дал ее. А там Калина Бульданеш варигатная. Вот. Так. Здесь я тоже у меня спирея. Это мне Женечка присылала. Взяла садовые. Так, там у меня... Так, сейчас выйду отсюда. Здесь у меня айва. Так, эта айва еще бутоны не запускает. Там вверху айва запускает. У меня два сорта ее. Вот. Живучка, жабья спинка. Тоже хоста выходит. Гехера кровавая. Так, роза тоже выходит. Это у меня императа. Я ее туда подсадила из горшка. Туя. А под туей тоже очиток ангелина. Он у меня везде рассажен. Вот. Это полынь Людовика. Гвоздика травянка. Кипарисовик. Вот здесь тоже у меня очиток золотистый. Ой, этот. Как он, не очиток, а иберис. Нет. Все, забыла. Так, это у меня злак. Так, что хотела сказать. Туда посадила вот пятно красное между императа и полынью Людовика. Туда посадила гипсофилу розовую. Вот. За гехерой, туда ближе к можжевельникам, туда посадила молочай белоокаймленный. Так. Сюда. Здесь у меня две хосты. Под можжевельником надо будет потом убирать. Варигатный. Так, здесь у меня посажена сахарная травка. Здесь у меня гехера. Здесь купена карликовая. Здесь у меня примулы. Хоста. А это у меня лох серебристый. А, так, сюда что посадила-то? Так, что сюда посадила, я уже не помню. Ой, забыла. А, гвоздика. 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 В общем, гвоздика какая-то. Сейчас я найду. Где-то у меня бумажечка была. Так, вот она. Так, нет, это у меня получается арабис персидский ковер. Здесь посажено. Вот. А здесь вот гвоздика альпийская. Вот. Так, здесь у меня получается гипсофила красная Валентина и вот хосты белые. Здесь самшит, медуница сахарная и живучка. Так, ну здесь гехера. Горохоплодник очень-очень плохо. Он, посмотрите, весь горит. Не хватает воды. Я его как могу, так и поливаю. Но, видать, все равно ему плохо. Но я все равно стараюсь поливать и сверху, и всякое. Микробиота. Туя смарагд варигатная тоже горит. Вот.
И вот так у меня здесь смотрится дёрн сибирика. Там розы. Ну, некоторые розы выходят, почечки запускают. Ну, одна роза я видела, что почку запустила. Получается белая. А три розы пока молчат. Ну, вот так смотрится здесь. Так. Всем желаю крепкого здоровья. Хорошей, теплой, солнечной погоды. И дождичек, чтоб был, и тепло было. Всем всего доброго и до свидания. Встретимся на моем канале. Пока-пока.